Всем привет! Вы на канале CryptoBoom. Здесь мы разговариваем о мире криптовалюты, о новых технологиях, ISO, IO, DeFi и о многом другом. Сегодня поговорим о таком проекте, как Krax. Итак, давайте начнем. Krax – это децентрализованная финансовая платформа, построенная на питании от эфира. Токен уже продается в прямом эфире, и осталось 57 дней до окончания. Мы можем перейти на сайт, открыть белую бумагу, более подробно ознакомиться с данным проектом, только после этого принимать решение, стоит инвестировать или нет. Данная компания принимает такую валюту, как и биткоин, эфириум, литкоин и ХРП. Итак, Krax – это безопасные кошельки. Для хранения токенов нужны кошельки, которые очень совместимы с кредитованием и сбережением. Также Krax предлагает клиентам различные финансовые возможности и возможности в рамках криптовалюты и блокчейн-пространства. Krax – это создание DeFi-приложений, создание криптовалютной биржи, включение использования токенов Krax для покупок по всему цифровому миру и предоставление возможности использовать токены Krax для облегчения и получения платежей и заработной платы. Компания построена на очень надежном блокчейне Ethereum. Несмотря на до сих пор завышенные цены на газ, комиссии, данная платформа является одной из самых популярных и надежных. Компания полагается на сильное децентрализованное управление, неконтролируемое любым учреждением или правительством, но независимым советом. Это будет регулироваться DeFi Master, идея голосования на своих членов и принятие важных решений. Krax использует неполный протокол Тьюринга для защиты и минимализации всех атак, поэтому сохраняя платформу в безопасности. Система Krax предназначена для быстрой и децентрализованной непрерывной обработки и обработки очень большого объема транзакций. Вкладчики Krax смогут кредитовать и брать займы через безопасную залоговую надежную систему и получать оплату, получая проценты по активам. И обмен. Krax предлагает одноранговую торговую платформу для криптовалюты. Как я уже говорил, Krax – это уникальная платформа, предназначенная для предоставления быстрых, умных, доступных, выгодных финансовых услуг для заимствования и кредитования криптовалютных активов, ставок на доходность, обмен криптовалют, активов, децентрализованного приложения и автоматизированного Market Maker. Пользователи Krax могут оптимизировать свою доходность для получения токенов, зарабатывать деньги, а также использовать токены в качестве платежного средства. На сайте компании предоставляется видео, которое можно посмотреть, как это все работает. Как я уже говорил, токен находится в прямом эфире продажи. Время начала было 25 января и закончится 25 февраля 2021 года. Начальная цена одного токена составляет 5 центов долларов США. Минимальную покупку можно совершить от 20 и 100 долларов. Всего выделено на продажу 10 миллионов токенов Krax. Принимают валюту как биткоин, эфир, литкоин и ХРП. Выручка от продажи токенов составляет 6% команды и консультанты, 5% на частные продажи, зарезервировано компании 39% токенов, на публичные продажи и бонусы выделено 45% и приобретение партнерства выделено 5%. На сайте можно подробно ознакомиться с дорожной картой, со всеми планами развития данной компании. Также, если есть вопросы, то часто задаваемые вопросы, можно получить ответы на них на сайте. На этом обзор закончен. Всем спасибо за внимание, подписывайтесь на мой канал, на мой телеграм-канал. Все ссылки я оставлю в описании под видео. Всем спасибо, всем пока.